Твери МУБЖЭК продолжает работы по очистке проезжей части от смета и обработке улиц города специальным дезинфицирующим раствором. На прошедших выходных в постоянном режиме работало 8 бригад по сбору и погрузке смета, а также специализированная техника для его сбора и вывоза. За 3 дня с городских улиц МУБЖЭК было собрано и вывезено 482 кубометра смета примерно с 50 объектов улично-дорожной сети. 6 апреля на уборке смета задействованы порядка 60 работников. Из техники задействованы 2 подметально-уборочные машины, 4 фронтальных погрузчика, 8 автосамосвалов и 4 тракторные щетки. На прошедших выходных продолжались работы по уборке смета на улично-дорожной сети. Всего работы проводились на 50 улицах. Было задействовано около 60 человек, сформировано из них 8 бригад. После ручной уборки смета работы проводились уже с помощью применения подметально-уборочных машин. Также в городе продолжаются работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия с помощью литого асфальтобетона. Всего за выходные было сделано около 100 квадратных метров. Работы проводились на улице Коминтерна. Сегодня работы проводятся на улице Светлой и улице Складской. Работы будут возобновлены в Заволжском районе города на улице Кольцевой, Тельмана 26 июня. Также на прошлой неделе проводились профилактические работы по дезинфекции городских улиц. Применяемый состав безопасен для людей и животных изготовлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.